Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на игровой канал Forever Gamer. Я продолжаю играть в Skyrim. И в этот раз мы будем расследовать заговор изгоев. Нам нужно отправиться в храм Талоса, который находится в Маркарте. И что мы там будем делать, я без понятия. Где он вообще тут находится? Тут столько ступенек. А, вот. Святилище Талоса. Извини, что втягиваю тебя в наши маркартские дела, но после того случая на рынке у меня совсем не осталось времени. Ты не из местных. У тебя бывалый вид. Ты подойдешь. Так, что ты имеешь в виду? Тебе нужны ответы? Мне тоже, как и всем остальным жителям города. Человек впадает в безумие прямо на рыночной площади. Всем известно, что он из изгоев, а стража ничего не предпринимает, только убирает трупы. Но это уже что-то предприняли. Трупы поубирали. Так. Все это продолжается уже много лет. И все, что я сумел раскопать, это кровь и смерть. Мне нужна помощь. Прошу тебя, выясни, почему на ту женщину напали. Кто стоит за Велином и изгоями? Я заплачу за любые сведения, что тебе удастся найти. Ладно. Кто такие изгои вообще? Они потомки древних хозяев Маркарта. Коренные жители предела. Приверженцы старых традиций. Норды изгнали их из города. Ульфрик Буревестник и его люди. Это было лет 20 назад. Но почему-то они все еще здесь. И они убивают людей. Понятно. Кто такой Вейлин и где он живет? Он работал в плавильне. Я и сам там когда-то отливал серебряные слитки. Я никогда особо не интересовался Велином. Знаю только, что он живет в Муравейнике вместе с остальными рабочими. Угу. Значит, там его и будем искать. А Маргарет? Она не из Маркарта. У нее буквально на лбу написано «Чужестранка». А приезжие обычно останавливаются в таверне «Серебряная кровь». Ладно. Дай знать, как только что-нибудь выяснишь. Пойдем выяснять. Так, это у нас... Блин, это прямо под нами. Ты по металлу бьешь, как мамаша, которая шлепает малыша. Сильней. Ага, вот этот муравейник. Чем могу помочь? Блин. Муравейник не для тебя. Я знаю. Верь мне. С кем мне говорить? Тебе здесь не понравится. Никому не понравится. Элтрис какой-то. Ага, вот. Здесь Фейлин. В воздухе пахнет убийством. Тут никого нет. Этот запах я узнал. Так. Блин, тут... Как это понять? Ну вот мы зашли. Ошиблись адресом. Это Маркарт. Самый безопасный город в пределе. Ты точно не хочешь убрать куда-нибудь этот свой огонь? Ну, подальше от меня. Нет, не хочу. Ты знал Велина? О, да. Я всех знаю, кто живет в Муравейнике. Я же ключи выдаю. Думаю, теперь его комнату займет кто-то другой. Я снова живу. Мне ключ не нужен. Так, я уже взломал. Ну ладно. Ты уж извини, но ты не из наших. Это важно, поверь мне. Мы тут редко кому верим.
Но ладно. Отлично. Ага. А, так нам не обязательно самого... Тут у всех либо хрипунец, либо атаксин. Виелина искать. Нам же сведения надо просто. Вот, записка. Что-то я сразу не подумал обыскать сундук. Так, сейчас прочитаем эту записку. Где она? Вот. Тебя избрали, чтобы мы... А, чтобы ты вселил ужас в сердца нордов. Завтра отправляйся на рынок. Ты поймешь, что делать. Н. Да, загадочный Н. Муравейник не для тебя. Ладно, что там нам еще скажут? Ты суешь нос не в свое дело. Ты кто вообще такой? Пора преподать тебе урок. Ну вот. Ладно, деремся. Пойдем, выйдем. Ну давай, посмотрим, чего ты стоишь. Так. Ты так и будешь. Отдавайся! Где-то, ладно. Черт. Я сюда не добавлял, походу, зелье силы. Ай, ну и ладно. А вы что стоите, смотрите? Призрачный ассасин. Ну давай, помогай. Ассасин, ассасин, не трогай меня. Эй, это что было? Какого черта? Вот дерьмо. Ай, походу он случайно ударил ассасина. И тот его начал бить. Прям все как я и хотел, только теперь бьет меня не только этот мужик. Ладно. Начнем сначала. Интересно, если я на него крикну. Ты суешь нос не в свое дело. Да, слышал я уже. Пора это. Преподать тебе урок. Кто тебя послал? Кому-то не нравится, что ты задаешь много вопросов. Ну тогда ну, деремся. Давай, посмотрим, чего ты стоишь. Ну, сейчас попробуем крикнуть. Надеюсь, ничего за это не сделают. Блин, кричать нельзя. Порешу! Удачный удар! Взял и упал. Иди сюда! По-настоящему драться. Офигеть. Ну блин. Получилось крикнуть, но... Опять меня все начали бить. Ты суешь нос не в свое дело. Ай. Пора преподать тебе урок. Давай. Пойдем, выйдем. Мы и так на улице. Ну давай, посмотрим, чего ты стоишь.
порву тебя пополам! А? Это все, что умеешь? Лопатки, давай! Конец тебе! Сколько можно уже? Зови меня! Проклятие! Я тебя убью! Да не убьешь ты меня! Я вон тебя уже почти замочил. Сдохни ты уже! Мразь. О, шелудивая зараза. Кто такой? Так и будешь молчать? Он в стенку завтыкал. Меня послал Непус носатый. Приказы отдает он. Ладно. Теперь понятно. Н значит Непус. Аккуратнее с огнем. А, заглянем. Ой, заглянем в таверну. Человек подходит с оружием. Добро пожаловать. В таверне «Серебряная кровь» есть крепкая выпивка и чистые комнаты. А с кем мне здесь говорить надо было? Поговори с моим отцом, Клепом. Я просто уборщик. Мои мать с отцом много орут. Они всегда так. Так, здесь никого нету, потому что жертву я здесь убил. Веди, брат. Но за все это время там так никого и не появилось. Здесь так тоже пусто. Работа. О, эксперт. Ладно. И принес свежие простыни в комнату. И тут никого. Какой же ты у меня умница. Ну почему ваш отец не может быть хоть на каплю таким же хорошим, как ты и твоя сестра? Ты опять... Блин, не совсем понял. А с другой уже говорить не надо, потому что бить, да, мама? И так достаточно узнали. Нет, милый, наверное, не буду. Ясно, ладно. Будем искать этого Непуса. Все равно пометки две. Разузнать о Маргарет. Да какого черта? Ладно. Поищем еще раз. Добро может, там пожаловать. Кто-то расколется? Драться умеешь? Хочешь? О, да, такая о. Красотка. По-моему, снимала тут комнату. Спроси у хозяев. Можно. Думаю, мне лучше выпить еще. Да нет, тебе хватит, у тебя уже глаза красные. Спросить у хозяев. Ну ты ж хозяин, правильно? Это таверна «Серебряная кровь». Угад... Конечно, но я тебе его не дам. Это же ее комната. Ну офигеть теперь. Ну, глаза у тебя честные. Вот, пожалуйста. Я даже не могу списать этот клик на свой маркерке счет. Дешевле, снова намутили ключ. Как непонятно зачем. Дому, а что тут найти надо? Тумбочка. О, дневник. Блин. Мыской мне точно не надо было. Сейчас прочтем. Дневник. Теперь разузнать это Нари какой-то. А, это тонар «Серебряная кровь».
Понятно, ладно. Пойдем найдем его. Отличным трактирщиком, точно как твой отец. Ты! Что это ты тут вынюхиваешь? Вопросы задаешь. Брось это дело. А то на своей шкуре узнаешь, что бывает с теми, кто мутит воду. Да. Если что, я из гильдии. Самая кровавая говядина в пределе. Очень смешно. Это твое последнее предупреждение. Здесь мы следим за порядком. Не лезь в наши дела. Нет, неправда. Вы трупы убираете. Не видно еще таких отвратительных. Не больше. Стража того еще займется. Ты что-нибудь знаешь об этом доме? Нет. Может, кто-то входил или выходил? Нет, не знаю, кто ты такой вообще. Я страж Стендарра. Мы думаем, в этом доме собираются даэдропоклонники. Проводят ритуалы и прочее. Тебе нужна помощь? Я как раз собирался идти внутрь. Хорошо бы, чтобы кто-то прикрывал мне спину. Иди за мной и будь начеку. Даэдра — могущественные и коварные создания. С ними никогда не знаешь, чего ждать. Ладно. Но ты подожди меня там. Я попозже приду. Что у нас в сокровищнице? Так. Сейчас посмотрим. А, да, это разузнать о доноре. А, ладно. Поклянчим ключ. Я замужем за тонером. Прокачаем красноречие. Не забывай. Сокровищница на самом деле открыта. Я к тонору. Он просил, чтобы его никто не беспокоил. Он деловой человек. Да, он меня ждет. О, извини, что задерживаю. Проходи. Бой, как и мой клиент. А ключик? Мне нужно вернуться к записям. Ты только скажи бабушке, если тебе что-нибудь понадобится. Что ты тут делаешь? Я же сказал, никаких посетителей. Да нет, ты меня ждешь. Я хочу поговорить о Маргарет. Про ту имперскую шпионку? Да-да, я знал. Сколько еще псов империя натравит на меня? Теперь это мое дело, мой город. И не лезьте в мои дела, имперские лизоблюды. А теперь проваливай. Я занятой человек. Что? Боги мои, Беатрис! Что? Какого черта этот ассасин делает? Зачем ты бьешь? Тебе что там, мать ночи втихаря контракты дает? Ты только скажи бабушке. Тебе что-нибудь понадобится, а, дорогой? Так, ладно, просто взломаем и все. Ты только скажи бабушке. Что ты тут делаешь? Про ту имперскую шпионку? Да-да. Это мое дело. А теперь проваливай. Я занятой человек. Что? Боги мои, Беатрис! Все, валим отсюда. Я никого не трогаю. Нафига он его трогает? То есть он ее. Класс! Стража, я из гильдии. А, это были изгои, походу. А я не заметил. Я думал, это ассасин их бил. Прошу прощения. Что тебе здесь нужно? Я к Непусу. Нам не сообщили о твоем визите, а старику нужен отдых. Приходи в другое время. Да нет. Постой. Все в порядке, дорогая. Впусти его. Я сам зашел. Ладно, Непус. Он сказал. Заходи. Я здесь уже. Я прошу извинить мою хозяйку. Она иногда проявляет излишнюю заботу. Так что тебе нужно? Я знаю о
Вейлине. Да, ты настоящая ищейка. Ну что ж, тебе удалось вычислить меня. Вот уже 20 лет я веду эту игру. Отправляю молодых и наивных на верную смерть. И все во имя изгоя. Я устал. Я так устал. Почему? Потому что так велел мой король, Мадонах. Когда норды подавили восстание, они бросили его в шахты. Я не знаю, каким образом, но он выжил. Я получаю от него сообщение и беспрекословно выполняю его приказы. Так, что за восстание, о котором ты говорил? Потому-то мы и зовем себя изгоями. Мы не можем вернуться на земли, которые принадлежат нам по праву. Но когда норды воевали с эльфами, мы поняли, это наш шанс. Мы подняли великое восстание и изгнали нордов из предела. А потом появился Ульфрик со своими людьми. Всех нас, кто не успел бежать, казнили. Оставили в живых только короля, меня самого и еще нескольких. Но я уже Ульфрика казнил. Кто такой Мадонах? Он король в лохмотьях. Человек, в чьей власти был когда-то весь предел. Он разжигает ярость угнетенных. Приказывает им убивать врагов-изгоев во имя нашей победы. И все это из шахты Сидна, из нордской тюрьмы. Какая ирония! Мальчик мой, почему ты думаешь, что уйдешь отсюда живым? Тебя видели при входе. Девушка, что встречала тебя у двери, агент изгоев, переодетая служанкой. Класс. До тебя сюда уже приходили искатели правды. И после тебя тоже будут приходить. Ну, я так не думаю. Прости. Ой-ой-ой! Вы меня сейчас забьете тут. Так, Атронах. Отлично, а Ассасин и Маркурио, походу, разбираются с теми изгоями. Ой, я перегружен. Класс. А куда нам идти вообще? А, прочесть. А, дневник Тонера, надо... Тонера обыскать. А, вот он. Так. Вернуться к Элтрису. Так, ладно, мне это... Сейчас неинтересно читать. Мы ведь тебя предупреждали, а ты опять за свое. Да вы издеваетесь. Теперь нам придется повесить все последние убийства на тебя. А мне придется убить вас. Свидетельские показания править, улики подкидывать. Эх, сколько же работы. Че? У нас в этом городе все схвачено, и ты нам не помешаешь. Ах, ты против? Ну
Ну так жалуйся Мадонаху. Я представляю, как король в лохмотьях и его изгои тебе обрадуются. А теперь ты пойдешь с нами в шахту Сидна отбывать пожизненное. Да нет, живьем и не дамся. Значит, тут ты и умрешь. Да, именно так. Сколько вас тут? Руда! Это все? Я тебе голову сниму! Офигеть! Так, последний свидетель убит. Вот и отлично. А Элтриса они грохнули. А, зато у него моя награда осталась. Так, там... взяли. Ладно, на этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Пока!